Городской аким Габидулла Абдрахимов приветственным словом и открыл турнир. Аким является большим фанатом данного вида спорта и в свободное время занимается муай-тай. На первом городском чемпионате города по тайскому боксу приняли участие 110 спортсменов. Этот турнир организаторы устроили в честь создания Федерации Южно-Казахстанской области по муай-тай. Вот совсем недавно у нас появилась своя федерация муай-тай. Благодаря этому тайский вид боевого искусства будет лучше и быстрее развиваться в нашей области. Это огромный шаг вперед. Перед схваткой со своим соперником Бахджан Жаксылык выполняет ритуальный танец. Этот обряд считается характерным для тайского бокса и является своеобразным методом настройки на поединок. Меня этому танцу научил мой тренер. Он придает силу и уверенности. Если бы я не выполнил этот ритуал, возможно, потерпел бы поражение. Лучшие спортсмены чемпионата города по муай-тай отправятся в Алматы. Там в середине весны состоится чемпионат Республики Казахстан.